Городские власти предложили ужесточить закон в сфере продажи алкоголя вблизи образовательных учреждений. Прецедент озвучили на еженедельном совещании в администрации Орла. По улице Матвееву, 15, кафе «Виктория». Продается алкоголь, а в непосредственной близости находится библиотека и школа номер 36. Проверьте расстояние, проверьте, могут ли вообще в этом кафе торговать алкоголем, как обстоят там дела. У нас бывает в больших домах, с одной стороны, извините, детский сад, а с другой стороны, продовольственный магазин с водкой. Ну, так тоже нельзя. Ужесточить контроль обещают и над коммунальщиками. После объезда города Александр Муромский поручил разобраться в причинах некачественной уборки улиц от снега. В первую очередь в Советском районе. По субъектам работы есть положительная динамика. То, что касается работы с управляющими компаниями, есть те, по которым приходится работать через предписание протокола. Подключайте плотно к этому вопросу административно-техническую комиссию по районам. Значит, у них есть полномочия, каждый двор, каждый ответственный должен вам еженедельно представлять отчет о качестве выполненных работ. Обращайте внимание на тротуары, остановочные павильоны. Остановочный павильон в районе 19-й школы – один из списка. Ответ, что ремонт начнется с наступлением хорошей погоды, был не принят. Это касается и других объектов. Приступите к выполнению этой работы и определите, кто этим будет заниматься. Хорошо. Артем Ильич, центр города, улица Горького. Это из той же серии. Немало претензий остается и к транспортному отделу в целом. Инциденты, в отличие от соблюдения водителями графиков, в вечернее время случаются регулярно. За прошлые недели у нас на улице Старомосковской женщина упала, пассажир, 82 года. А в маршрутке покалечилась 36-летняя женщина в аварии возле дома номер 1 после остановки ЦУМ. Каждый день, каждую планерку, каждый комитет разбираем перевозки. В конце концов, надо что-то решать, Александр Сергеевич. Ксения Туркова, Эдуард Чернаускас, телеканал «Первый областной».